Самые горячие события минувшей ночью развернулись на белорусско-украинской границе. Автомобиль-джип пытался совершить прорыв в пункте пропуска Александровка на территорию нашей страны. Ёп твою! Прорыв! Ёп! Дура! Быстрее машину! Дура! Дура! Да! Быстрее! Быстрее! На записях, сделанных камерами видеонаблюдения, отлично видно, как машина въезжает в пункт пропуска с украинской стороны на разрешающий сигнал светофора. Затем водитель резко жмет на педаль газа и на высокой скорости следует в сторону Беларуси. Первым препятствием на пути нарушителей стал металлический шлагбаум. Но джипу не составило труда преодолеть эту преграду. Такое дерзкое поведение заставило пограничников применить табельное оружие. Через 85 метров перед злоумышленниками оказалось еще одно заграждение, но и перед ним люди на джипе останавливаться не собирались. Доли секунд понадобились пограничникам, чтобы начать преследование. Гони, 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 уйди, гони, 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 гони его туда, гони, гони, давай, 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 давай. Но и погоня не стала тем фактором, который заставил бы остановиться нарушителей. В итоге, чтобы задержать внедорожник, пограничникам пришлось снова открывать стрельбу. Они поэтому проехали прямо. Стреляют? Стреляют. Догнали. Лежать! 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 Дверь открыта, где водитель? Где водитель? Уже спустя несколько минут оперативники недалеко от КПП в Наравлянском районе настигли прорвавшийся автомобиль. Сразу удалось задержать двух человек. Кто был еще в машине? Кто в машине был, я тебя спрашиваю? Кто был в машине? В машине что? Я не знаю! Личности задержанных устанавливаются. Также в машине мог находиться еще один неизвестный. Его сейчас ищут. Во время обыска в автомобиле пограничники обнаружили настоящий арсенал оружия. Это что, магазин с патронами? Где? Вон, 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 вон. Ствол! Что там, блядь? Обычно за такое. Да, ты стучил, стучил по кнопке. Ствол, ты тоже, на***. Ну. Это же на пластид похоже. Смотри, точно там взрывчатка. Тягиваемся, смотри. Да-да-да. Часы, батарейка. Ну, детонатора не видать. Ну, все очень похоже на пластид. Желтая. Ну, точно пластид. Детонатор точно нет? Не видать, не вижу. Не трогаем, оттягиваемся. Отводи людей отсюда. В транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны. В отношении третьего проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения последнего. На месте происшествия из автомобиля изъяты оружие, боеприпасы, а также взрывчатые вещества, а именно пистолет марки ТТ с двумя снаряженными магазинами к нему, тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластид, а также самодельное взрывное устройство.